Все ждут убийцы, никто не бьет кислоту. Милики играют через Снобольда. РДД бьют в гармох. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких ледяных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. 5, 4, 3, 2, 1. Снова доиграем в мильки. 3, 2, 1, забрал. Ближе к Снобольду. С Снобольдом подойди к боссу, чтобы мы плевали босса. Алло. На ком Снобольд ближе подойди к боссу? Дранка. Дранка, подойди ближе к боссу. Так, тихо. Unstation Bobber. Правую сейчас собьем. Из лужи выходим, к работе не подходим. Скилловичок поставь на путь. Вэл, а, есть. Спред набрали, заходим в секс. Марюха, десятки. Это дед мой. Спред набрали, спред набрали. Токсином подойдите в архоном быстро. Тогда сними с них дебаф, то есть тебя слетит. Архон. Да. И они умрут. Вжут, играем кислот. Да, чтоб других не обжигать. Нарма захиливайте нон-стопом, либо он умрет. Прожмись нарму. Я могу снять баблом, если сбил. Да, тебе баблом надо снять. Понял, блять, забери архон. Уже. Вставай. Архон танчит, потом заберешь, если что. Царапкин, подними ШП, Котман, подними ман. Ханарайн, гейм на ХП. Ой, на ман, на ман. Умер. Нарму хе... забирай. Забрал. Прохиливайте нарму, ребят. Прожимайтесь там. Опять, блядь, за 2 секунды одна частица света за тазер пауэр. Рва сейчас заберешь. На арену выходит... ШПшка гимнома. Монодайт поставь, если есть. Нарма танчит. Нарма захиливаем сейчас активно. Подзадув азер пауэр и мана фрост дашь. Под следующий Марюк даст. Под откидывание азер пауэр десак. Можно провокатору Боб, пожалуйста, на эту хуйню. Отстань.
походу. И на рынке есть вот. Спасибо. Отошли. Так, я тебя опять забыл, да, блядь. Архон ДД, норм, солдрич. Танковская бисовая грудь. Камни возьмите, запускаю босс. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Дипашки так же до конца кидаю нашего нового противника. Готовьтесь к бою. Спред наберите, арты дахи. В центре танчишь, порталом под вулканом подводишься, уе печатью забираешь атаку. Напуливается только босс, там два роги, два ханта. На норм. Весь бой. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Парни, скажите, пожалуйста, когда пол за 10 секунд, а то таймеры отрубились. Угу. Так, 6000 грудь. Ну, фаер поставьте кто-нибудь. 10 секунд. Под 5. Рано-рано. С повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джараксус, эреданский повелитель пылающего легиона. Вот от кости. Дранк, ты почему не вышел с огнем? Поднимите рогу, Царапкин, а Котман подними перед ним. Вулкан все свеч. Все бьют вулкан. Томандол. А
Азерпал Десак. Уйди из от огня. От огня рейд уйди. В центр. В центр приведи босс. Да ты вот вел в центр, поставь босс. В центре ставил. Нежданчик, а феро. Портал все свеч, все бьют портал. Куда у тебя босс ушел? Куда у тебя босс ушел, Нарма? Нарма, ты здесь... что делаешь? Нормально, что еще было? Попался весьма трагично и должна послужить уроком. Ничего, я переключился, да там учить госпожу, босс ушел. К счастью, вы победили демона. А плечо не вариант даже? Еще раз. Ну, плечо нажать, и что у тебя с трепом? Такого не должно быть. Не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с... Ты нажимаешь просто таунт, например, или просто АУЕ печаткой бьешь босса и все мобы на тебя. Ты должен лужу разливать и... Я перевелся на госпожу, чтобы ее затаунтить, и в этот момент босс слетел. Я буквально там, не знаю, полторы секунды его не бил. Давайте, пока появляется, разыграем накидочку кастерскую на демонлоков, на эрдрушек. Скорость, дух. Может быть, на престов. Так, выпускаю чемпион. Так, Нарма и ДЦ вы диспелите, Хамарайн там подхиливаешь. Контроль 16-м диспелить, требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам, как оскорблять орду. Хорошо, да будет так. 5000 накидочка. С честью. Не щадите никого, герои орды. Локтар Рогар! Нежданчик, ты справишься кикать кастлоку? Ад с котлами. Нежданчик. Меня слышно, Нежданчик? Он написал в белом чате. А, я не вижу белый чат, только рейд чат вижу. Пиши в рейд чат. Если я что спрашиваю, в рейд чат отвечай. Все, хорошо. Дальше. Соответственно, те дня ты херяешь и банишь эстерного еда. Слуга, ты можешь сову, перенюхаю, кидаешь акову по вару, анхолик, скрип, ты кидаешь по декаку, я пороги покидаю. Убиваем шамана, я его выгребу, перенюхаю, ты потом у меня выгребаешь в этот рейд. И, в принципе, все, после шамы, по нему бейлчик, понятно, даем все бурсты и потом убиваем роу. Арчанок. Ханты трапы не забудьте, если вас бьют, то вы по трапам кайтите. Павла раскидывайте бобы в каневых, которых бьют. Пол 10.
Почему не выгреб у шамана? Тотем поставил. Марюха Десак. Адская пламя. Где кик? Ты должен сидеть прям на нем и только кикать касты банить. Адская пламя опять. Ханра и гимн на хп дай. Лока опять. Давайте рогу убиваем. Я угрипну к нам. Если вас бьет вар или ДК, вы от него просто убегаете, с ним не надо стоять. Пороги работаем. Слугу боб пало, почему 0 бобов? Вы не видите ткани, убить сложно кнопку нажать? Я подумал, его кастер бьет, его там шипы фокусы. Не надо думать, надо кнопку нажать и засейвить. ДК, по ДК работаем? ШП гимноману монотайт, если есть скилл уйдет. Нарма десакки. Котман Иннер в Марюху, Ферал Иннер в Азерпала, Царапкин в Гонрайн. Котман, подними эти меня. Давайте хан. Выгреб у хана. Откинется, грибнуть обратно. Марюха десак. Котман Царапкин. Давайте поле плава. Подними Царапкин. По холе пау работа. Бобом. Ой, ну бабу снимите сейчас. Маздиспол. Маздиспол, Ханрай. Промакевич. Лока. Адское пламя только кикайте, он сейчас подставит. Можно, в принципе, салу сюда. Лока, потом салу, потом ШП. Салу, салу, ребят.
Можем до руля там точку. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет... Сегодня прям танка день. А на стейшн дядя Сад есть? Нету. Ща, ладно. А можно баф обновить все? Так, а на стейшн ты подсветил воронку, просто баф. Марюха, Азерпал и Нарма. Выкиньте свой макарс на десак с отменой. Поставьте обычный скилл. И под светлую воронку, под конец каста, вы жмете, ну, два хулипала, да? Вы жмете бабл и нажимаете десак, без отмены. Нармы ты нажимаешь на танче босса, просто минус 50 и десак без отмены. Так, что-то у меня тут криво. Ну, в одной, да, пойти будем, два хулипала. Подожди, у меня тут аддон сейчас. Так, соответственно, Азерпал, Марюха, вы нажимаете бабл десак, Нарма минус 50, десак без отмены, а на стейшн ты просто, ну, вся захиливаешь, у тебя там сокера будет. У нас получается сокер, два ханта, шипейрится. Идите сюда, квадрат. Рыжебород, ты сзади меня стоишь, печенька слева, Ханрайн справа, Фейкуа спереди от меня к стене. Все, вы знаете, да, как сок, ничего говорить не надо. Дальше. Соответственно, по темную воронку вы прожимаете. Ханрайн даешь себя в зубы, поле павы по темную воронку, ну, похилить прям, ДЦ он может отъехать, камни кавать. А, соответственно, светлый щит мы просто пробиваем, под темный щит мы даем геру, все бурсты. Те, кто могут поменять цвет, чтобы влить урон, меняют цвет, вливают, потом будут его менять, возвращаются. Те, кто не могут, остаются. Это резко сделать не могут. Соответственно, под светлую воронку, когда начинает бить, все нажимают свои силы, то есть это ДК зеленку, роги кош, все едят камень, там маги глыбы, мало назначены всякие баблы, там минус 50 баблы и так далее. Кушайте камни. Это под светлую воронку, это один раз нам будет сделать. Цвет мы не меняем, то есть, соответственно, только под темный щит. И то, если, ну, кто хочет, чтобы лобби и внести урон больше. Так, если что хотите спросить, сейчас спрашивайте. А может нам одного кутмена в нашу третью группу? А какая разница? Ну, типа, два этих дождика будет в одной. Так ведь нас подхили с варлоком. Ну да, соответственно, до рулей вы спокойствие ждете. Рыбку все поставим. Соответственно, Архон, ты берешь темную, танчишь белую. Нармы, ты берешь светлую, танчишь темную. Так, выпускаю их. Сокеры, соответственно, бьют темную, мы бьем все свет. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры,
крылатые вестницы короля Лича. Бафы взяли. Нежданчик. У тебя нет бафа. Арча. Пол 10. Весь рейд стоит в квадратике. Также присты под светлую воронку нажмите ким на хп, если летит шарик, отмените и ловите шарик, ничего страшного. Сейвите. Подойди более крест поближе, но плохо клево. Вихрь света сейчас прожиматься. Нажимайте сейвы, десаки и все, нажимайте. Камни кавайте. Понял. Подними меня, Аскар. Тьмы. Гера крест. Я бьем крестик, ребят. Поменяли обратно. Света просто бьем крест. Ну, череп, все. Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужникам короля Лича. Все славьте наших героев. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем... Так, Ханрайн, Царапкин, Скиловичок, сейчас кидаю вам башку. Три скрина от вас ДС, открытый Викела. Чтобы видео шел, все там нормально. Вот эту ставите, все остальное удаляете. Из паков тоже, если они у вас стоят. Больше. Сложи ледяную скорбь
и я подарю тебе заслуженную смерть. Так, соответственно, я буду МТшить босса, а Архон, ты будешь справа, жуков Нарма слева. Перенюхова слева, грипнешь сферу. Анхолик справа. Холик, слышишь? Хорошо. Так. Соответственно, Марюха, ты и Айзерпал, вы кидаете частицу в меня, оба. К третьей фазе ее не забывайте обновить. Марюха, холлайтами хилишь Архона, Айзерпал, ты хилишь холлайтами Нарм. Больше вы ничего не делаете, никого больше не хилите. Ни себя, никого, никогда. Только танк назначен. Поставьте плюсы, что слышите оба. Отлично. Скилловичок 1-2 метка, Пунараем 3-4, Царапкин 5. Скилловичок каким будешь хилить? С скиллом? Флешками, чуть-чуть. Мы его на исцеление, да. Правильно? У тебя флешки. Ну да, да. Пунараем тоже флешками, Царапкин чем будешь хилить метку свою? 5. Понял. Так, у двух хантов прицелка есть, отлично, оба кидаете. Эльнес, ты сможешь разбить две сферы сюда на закопке? На одну сюда? Вот смотрите, ребят, мы в нее первую побежим, да? На ком шип будет после закопки? Сюда первую. Ну, здесь примерно в этой стороне первую разобьешь. Потом сразу же вот здесь примерно вторую будет летать сюда. Второй поедет шипом. И третья из сферы будет между Анубом и нами. То есть, соответственно, ребят, вам нужно будет просто к этой сфере подойти. Вас кидают боб. Вы ждете окончания этого боба и заходите. Если вы что-то сделаете не так, вам будет минус. Если вы закроете его Ануба или пойдете куда-то не туда, или что-то не то сделаете, и будет габелла. Это очень важно. Первый боб кидает Анастейшн, второй боб кидает Азерпал, третий боб кидает Марюк. Соответственно, если вы понимаете, что вам нужно кидать боб, вы бросаете танка, и там еще 4 хила есть, которые его подхилят, и идете давать боб. Это очень важно. Если вы не кидаете, мы ложимся, вам минус 100. Да, повтори, пожалуйста, еще раз последнюю сферу, где будет сбивать вашку на стрелу. Последняя сфера между нами. Не-не, вот последовательность. Первая сзади. Сюда первая заходит. Угу. Во второй с шипом сюда бежит. Третий между нами. Спасибо. Анастейшн, слышишь, да? Да, первый боб кидаю. Первый боб твой, хорошо. Так, соответственно, все 5 хилов стоят у меня. Скилловичок, Грозари, не забывайте тотем над хил. Скилловичок ты ставишь на турку еще. И к третьей фазе его обновляете. Шипы ты не забываешь... С третьей фазы кидать вампирику босса, чтобы твоя группа захилилась. Если ты его не будешь кидать, то твоя группа упадет, тебе будет минус. Также, ребята, вам нужно будет на третьей фазе скликнуть стамину и командирский крик, выпить мощное зелье от магии льда, и когда на вас кидается метка, на второй там или на следующую съесть еще камень. Если вы этого не делаете, вам минус. Если после этого... И, допустим, если это рог, он не снял кошем метку, да, то ему тоже минус будет. Если пал не забаблил, ему будет минус. Если доказали, он не снял, ему тоже минус. Соответственно, все, кто могут скликнуть, да, на третьей фазе именно, пронизывающий холод, тот должен это нажать и сделать. Соответственно, мы стоим прям под жопой босса. Не вникай, ты накидываешь Сандера. Адов мы кливаем все фазы, ребят. То есть мы первых там убиваем, да, потом следующих уже будем закапывать и все. Про бомжей и вы солите, да, наконец. То есть после закопки я сколю, давайте бомжей, и я вместе с вами даю бомжей. То есть до моего этого ничего не делайте. Вопрос, третья метка, где вот сейчас босс стоит, грубо говоря, где мы будем бить? Какая третья метка? Ну, третья метка. Ну, первая, типа, вот здесь с этой стороны, вторая... Ну, сфера, ты имеешь в виду, которую мы разбиваем? Да.
Да, вот здесь будут у нас две, и вторая между нами и Анубом. Те сферы, ребят, которые лежат у нас под Анубом, да, которые вы выгребаете, ДКшки. Вам, ну, в них нельзя заходить, нельзя их закрывать. Если вы закроете, это вайп. Вы можете закрывать только вот эти три сферы. Еще есть вопросы? Сейчас задавайте, потому что любая ошибка — это вайп, ребят. Если кто что не кому, помню. Потому что они меняются. А, давай. Давай, провокатор ты на меня кинь, а тень дня на Архона и слуга на Норма. Камни все взяли, надеюсь? Так, еще раз, кто с какой там стороны? Ты справа, как все. Окей, все, понял. Я тоже выпью, все. У тебя власть льда сейчас включена или нет? Да, включена. Мобов на танков надо напуливать? Не, ничего не надо делать. Вы просто стоите под жопой, да, максимально, я не знаю, на кого кинуть. Нежданчик на тебя кинул. То есть примерно квадрат ориентируйте, стоите там под жопой. То есть не слева, не справа, там под жопой стоите, чтобы хорошо на сады кривились. Ребят, особо я не смотрю там, да, по Анубу логи, вы, пожалуйста, всех, все фазы проносите, ауешьте жуков. То есть туннелите босса, ауешьте жуков. Кливами своими. Все, давайте РЧ. Монотайт вам поставить на 40% хила. Да, Скиловичок, тогда скажешь этому Ханрайну, ты нажмешь монотайт, а он гимнаман. Сколько шлана, то я могу забыть. Если паладин тайч штадов, ему надо печать поменять. Тебя уешь, ты печать на. Да, я знаю, я поменяю. И галиф. Соответственно, помогите сейчас ДК внести урон своим сторонам. На сферку. Все, пул 10. Можете меня на пул сдать. Это место станет вашей могилой. Нам, ну что ты делаешь? О, ты чё, зачем ты плечо жмёшь? Какое плечо? Плечо не жмёшь. Мастаун свой, не жмёшь. У меня босса забираешь. Я вообще там не знал. Снивай. Босс, адов ближе к людям, это адам приводится. Если молодые люди на хантах не начнут сжать весь директ, мы вайпнемся, потому что мы сорвем. Отложу потихоньку сейчас после заморозки. Все продолжают туннелить босса, ребят. Туннелите босса. Ант разбивай. Пошел, Марюк. Давай в него боб. Кидай боб уже. Все. Следующий пал готовься, боб кидай. В правую сейчас заходим. Дальний. Скоробеев бьем. Стоим здесь, бьем скоробеев. Скиловичок побежал. Боб в него кидай. Отлично. Третью разбей нам. Надо было с другой стороны. Там летал. Вот в эту сейчас зайти надо. Азерпау пошел. Боб, все, стой, стой, стой. Я тебе скажу, зайдешь. Заходи. Все, он сейчас выйдет, сразу да, в него туннель. Сейчас все геймер. Босса на танка, пожалуйста, по триту, очень хуёво. Ханты нажмите.
теневые. Монотайт ставлю. Гимн ману. Ага, вижу. Нажимайте макросы свои, поты пейте. Мортал. Мортал выкиньте. Марюха десок. Мобов не солить? Заливайте мобов, ребят. Почему вы перестали это делать? Мы же упадем из-за вас. Поднимите Ханарайна и Ферова быстро. Сарапкин и Котмен. Подняли. Сбейте теневые. Мортал, Мортал. Этих закапывают. БЛ есть. Да и Лисит Мотор. На тур тотема нет в танке. Есть все. Хорошо. Не достает. Жагу Джоу. Угу. Гимноману шипы. Нарма десак. Закапывайте жуков. Джагу желтую. Ретрик, желтую джагу быстро кину. В босса желтую джагу киньте, нет джаги. Пропал. Бомжей сдали? Меня захиливаете? Ой, блядь. За таунти. Да просто брус, ебашьте. Жестко. Добивайте. Мэк-мэк. 50 тысяч, я старалась. 20 тысяч осталось. 20. Я... Сейчас прошу извинения, но прот пал, съебался так далеко, что мне пришлось холи палу бежать через полкарты его хилить. Вместо того, зачем тебе надо играл? Было бежать, он жуков отводил, ты понимаешь, как играть? Он не туда. Он не рисковал его с хилом, он очень далеко ушел. Он убежал в лос. Он обижал уводить жуков, он умирает. Пофиг на него, зачем ты убежал? Вы меня уронили. Нет, я... Меня не было хила 3 секунды, ребят. Не от тебя? Нет, там получилось, что ады добили танков и пришли на хилов. И мы там жуки были, Марюха, Азерпал, алло. Вы не понимаете, как мы босса убиваем? Почему вы куда-то убежали? Там и не почему убивали. Меня не хилили? Жуки, Марков, еще раз говорю, вы меня не хилили 3 секунды оба. Почему? Ты умер, потому что мы умерли от жуков. Мартак, у тебя стрим есть? Нет, я не стрим. Плохо, там у нас от меня так очень много умерло в рейде. Артак, ты умер после меня. Сначала меня убили, а потом я тебя, потом ты сдох. Потому что вы убежали, вы подо мной должны все фазу стоять. Зачем ты куда-то побежал, Азерпал? Объясни мне. Когда твой пал пошел закапывать жуков. Зачем ты побежал? Потому что они долго не закапывались, а он стоял далеко. Он может спокойно умирать. На него вообще пофигу. Он закопал своих жуков, он ну, больше не нужен. Ты вышел, и тебя убили жуки. Ты это понимаешь? У нас под боссом были жуки. Ну, наши эти бомжи, да? От ДК. Сейчас, секунду, подойду. Окей, ребят, давайте пока разыграем фастом колечко на хилов бисовое. Бис на хилов кольцом. А там царапки на еще, ну сейчас его спросим, надо ему или нет.
в офлайне. Давай пока отменю, вдруг Царапкину надо на игрушку неплохую. Чем я могу помочь? Так, кожаный пояс, меткость, скорость, ловкость. До встречи. Давайте на присутствие Дамарча. Кенежданчика нет. Так, пояс никому не нужен, да? Кожаные коты, там, роги. А как Вашке сделать, чтобы она писала, типа, кто умер, от какой метки? А, все, нашел. Все, он тут писать у меня будет. Вопрос к хантам. А вы случайно в Нарма не давали в начале боя сейчас миздирек? Какой нахрен миздирек? Там 5000 трита дает. Ребят, хант успевает две билки запустить, там трита ноль. Начально трит, чтобы моб побежал куда-то. Дорог спрашиваете? Коля Павлов, вы поняли, что вы должны всегда подо мной стоять, даже если мисс свет вас там? Вы всегда должны стоять под мордой и хилить меня. Особенно на закот. Если танк ушел, то все, похуй, не бежать на него. Просто его, да? Ты стоишь, да, ты должен меня туннелить. Ты побежал, умер от жуков, потому что ты вышел из рейда. Мы зачем я сколил, что вы стоите подо мной? А рейд стоит под жопой. Для того, чтобы когда мы отдали бомжей, жуки били бомжей, а не вас. Вы вдвоем умерли от жуков. Первые. То, что вы убежали из рейда. За палами, которые заводили, который заводил жуков. Малюха не убегал. Малюха стоял, вроде как. Да, я умер под боссом, они туда пришли. Ничего не поменялось. Дело в том, что паладин Нарма не закопал своих жуков. Они побежали сразу на хилов. Похуй именно бомжей. Агро сейчас называют. Я посмотрю повтор. Они не закопались. Он просто убежал так далеко, что его били жуки. Если бы его там, ну, если бы не было на нем жуков, я бы вообще на него не побежал. Выводить, если что, норм, надо за шиворот боссу, а не сюда, снаружи. Иначе, если ты не успеешь закопать, у тебя вылезут еще два, они подойдут рядышком и стакнутся, и разъебут тебя наглухо. Всегда вот туда отводи, грубо говоря, вот где ДКшник стоит за него. Я их даже не подводил, этих мобов, которые вышли, я их даже не заводил ни разу на лед. Я просто стоял с ними здесь, а потом, когда сказали закапывать... Так не надо пришел. Здесь стоять. Ты понимаешь, что в случае... Опять же, их надо на ДПСить, прежде чем, чтобы они вообще закопались. Норма, а куда ты со 100% КП сюда увел жуков? Вот в эту сторону, где мы сейчас стоим, зачем? Пояс на скилловичка. Ты же сказал, закапывайте. Они закапываются на 75% хп, ты просто с ними убежал на фуллоу. Чуть-чуть завел, их надколупали и вывел, типа. Вот туда вот, грубо говоря, за шиворот, вот, то есть за вот этот вот кружок, где босс сейчас стоит, вот туда вот за шиворот отводишь. Примерно попинговать тебя вот где-то вот сюда вот. Отводишь, и тебя хилы спокойно достают, и ты просто стоишь, ждешь, пока не зароются. Ну да, норма, этот лофт чистый. Ты ж у меня уверен. Кольчужные штаны, МП5, скорость. Да лутаем эту шмотку и пуля. И тем более, куда ты с ними вообще убежал, ты должен, вот, есть лед, да, они закапываются только во льду. Ну, не, точнее, они не закапываются, как это сказать, во льду. Тебе нужно просто вывести их изо льда
И с ними стоять, и все. Куда ты побежал вообще? Подальше закопай, чтоб если вылезут, дольше шли. Зачем? Там все убивается. В итоге ты инфлоу жуков увел вот сюда, и они у тебя никак бы не закопались. И вышли новые жуки, убили рейд. Если что, вообще по-хорошему ты должен жить до конца. Вообще-то, потому как выкопанные жуки, даже которых на, которые на бобжах, они кастуют теневой удар и будут ебашить весь рейд ложить. Ты должен до конца жить и в случае закалки... Ребят, да, вы это... Нарма, ты должен вообще до рейда все, ну, вот эти моменты знать или спросить, а не делать вот так. Ты же его убивал уже, танчил жуков, что ты сейчас вспомнил? Хуйня. Не готов. Надо решить хуйню с тритом, надо решить хуйню с минус хилом, и надо решить хуйню... Что еще третье было? Секунду. А, ну да, и деморала еще нет. Радуемся, живем. У нас на переходе на 30 у нас не было минус... Ну вот этого чего и не хватило, собственно, нам. Да, Ретрик, потом... ты должен кидать желтую джагу. Подожди, Тушнило, Тушнило, я разберусь. Так еще третий, да, должен... и сказать. Тушнило, я разберусь, Тушнило, не надо. Ну, окей, Настейшн, я готов. Настейшн, ты должен кидать желтую джагу весь бой, она у тебя слетала не раз. Поставь шкаф. Поставь шкаф, Фантасу. Так, арчаем и... Протбафа нету на рейд. Нарва, ты бафаешь? Так у нас же ДЦ есть. Марсак, извиняюсь, вопросик. Минус хил ханты или роги дают? Смотри, дают ханты, намажься, все кинжал, если что, на всякий случай приденешь. Окей, то главное озвучить в бою. Хорошо. Пол 10. Нарма, ты не сбил теневой. У тебя жук ушел. Работайте по боссу дальше. Все бьют боссы. Куда ты подводишь жуков? Что ты делаешь? Зачем ты делаешь это? Чё ты делаешь? Я умер вообще-то. Забери жуков своих. Архона, дайте, не знаю, зубы дай этого Архона. Да все нормально. Куда вы толкаете? Не надо ничего, это блядь? Делать, блядь. Мелких бить. Ребят, сейчас бобы идут у нас. Пошел хан.
Боб в него второй уже. Все стоишь. Третью разбей слева. Слева, как разбей, мы сейчас смотрим другой. Назад. Рыжебород, разбей я слева, я сам разобью. Все, хорошо, не надо, не надо. Сам разобьешь. Там жук выкопался, его убить надо, ребят. Убейте жука этого из корабей. Ну, а Боб. Ой, блядь. Заходи. Заходи, заходи. У нас жук выкопается. Когда он выкопается, и нарму его заберешь. Прожмешься. Все, пусть у Архона будет Архон. Заклевывайте жуков сейчас. Не бой. Ставлю монотайт. Вести надо. Угу. Все, макросы нажали, Mortal. Съели бот. Mortal кинули, теневой сбили. Метки захиливаем. Mortal. Mortal, Mortal ребят. Нету, ребят. Ханты нету Mortal на боссе. Все еще нет мортала. Нежданчик, нажми этот дагер. Теневой сбит, ваши жуки далеко стоят, они не кливаются. Убейте жуков его. Он сейчас умрет, прожми спал. Поднимайте нарм, махуэй. Он опять вздыхает. И у нас опять два холипала умирают у жуков. Нарма, ты вот стоишь жуками, ты не видишь то, что они у тебя не клевываются? Ты можешь подойти чуть ближе к боссу? Я стою прям в боссе, в модельке. Ну, ты должен жуков чуть ближе ставить. У Архона уже они быстро убиваются, он уже идет за следующим. Твои убиваются медленно, потому что они далеко стоят. Так, пока разбираемся, давайте кольцо на хилов все-таки разыграем. Бисовое колечко на хилов. Там паладин еще какой-то ставил, ставь, пожалуйста. Смотри, Нарма, ты стоишь, да, во льду, кидаешь в себя фридом, выходишь, да, чтобы забрать жуков. Ближаешь с него, кидаешь экзорцизм, дальнего там. Заводишь свои печатки, максимально их близко, так, чтобы не стакнуть. Ну и чтобы они стояли близко. Они у тебя уешатся, ты должен ставить их как бы под лапу, вот, да, первые жуки я поставил, типа, не уешатся, я чуть-чуть подвел в боссу, прям чуть-чуть. Один заделся, и я умер.
Прям буквально там полторы секунды, понимаешь? Я вот буквально сделал там... Ты... Не знаю, так, назад. Это уже потом было. То есть я стою, как бы, они, ну, возможно, далековато, я делаю шаг назад, и один из них зацепляет тех двух, получает баф, и все, меня складывает. Вот. Сейчас я так умер первый раз. Нет, там это вылез жук, который вот остался еще после. Не-не-не, это уже потом. Я первый жуки, да. А. Я вот сейчас просто... Меня ревностный прокнул. У него бывает за секунду до смерти Холи Лайта, это запало все нормально. Там, и там он просто один, умирает от ближнего... Там один жук получил три бафа, я сейчас смотрю по повтору. Ну это от бафа, потому что XO, поэтому ты умер. Я вот, говорю, я вот стою, типа, как бы, типа не кливаются, делаю вот прям буквально шаг назад, они вот... Ты смотри, как я делаю, ты заходишь сам в босса, вот, и... Я стою между передней и задней лапой в боссе. Да. И вот. Двигаешь жуков так, чтобы они кливались и не цепляли. Это единственная задача на этом боссе. Что так? Если Архона жуки умирают, а твои нет, значит проблема у тебя, а не у рейда. Если бы не умирали у обоих, тогда... Ханты, а почему у вас проблемы с прицелком? У вас срезки нет там по 5, по 10 секунд от вас, и роги приходятся. У обоих же прицельные есть. Ну, потому что они друг друга сбивают, первую. Тебе надо ловушку поставить, отойти, подойти, ты не можешь вообще ничего стрелять, плюс ротация. А рога просто берет один кинжал, второй может и делает. Не понимаю. Все, ладно, я тебя услышал. Тогда нежданчик просто этот кинжал слапнешь, хорошо, на 30% на переходке. Перчанок. Фласки обновить. Это место станет вашей могилой. Кроме хантов, все под жопу стоят. Работаем по Ану подальше. Все, теперь жуков. Первый боб кидай. Рыжеборода был. Все стоит. Разбей третью слева. Разбей. Все, в нее сразу подходишь. Боб кидает, когда в гору заходишь. Перенюхал, вставай. Боб сразу. Заходи.
Ставлю монотайт. Макрос нажали. Этих убиваем, следующий сбав. Теневой. Дальше кливаем жуков, ребят. Надо жуков этих кливать. Нарма, твои плохо кливаются. Надо чуть ближе тебя поставить. Кливайте жуков, ребят. Либо умрем. Я умер, нет ничего. Мортал. Нежданчик царапкин, подними его быстро. Ага. Все, этих закапывайте. 75% поднимайте, в лужу, да, заводите, потом выводите. ШП гимну ману. Опять слились, выкину. Закапывай. Своих закапываю, норм. Вожу, вожу. Медленно идут. Теневой сбей. Не все, умер, здесь стой. Айзер Пауэр, БР. Царапкин, быстро. Меня туннельте. Меня туннельте. Все, он встал. Ой, бля, добейте ее. Архон, забери. Нарма, забери босса. Я сдох. Так, жду списочек в личке. Да, сейчас сделаем. Так, кто у нас там? Нежданчик первый. Нежданчик, ну, почему ты кошки нажимал? Или ты нажимал? Я тоже ждал, нет, я... вторая метка. Все, я вижу нежданчик, не прохил. Вторая метка. Вторая метка у нас на ком был? На мне, на скиловичок. Но я туннелил нон-стоп по очереди, видимо, просто не гритануло. Я же сейчас посмотрю. Так, ну хватит там лазить, бомжи, вылазьте. Не, за 3 секунды ты не нанес кастом. Ну, значит, пиши минус, значит, не попал по фрейму, сори. Так, тем временем разыгрываем танковские штанишки. Танковские штаны, не спим. Мартак, я петузы. Тебе не нужны Мартак, да? Я смотрю метки. Не нужны, я да? Я на ранте это включил, я тебя вообще не понимал. Тут от тебя спамится от меня. Не, я не буду. На 252. Так. Я пока тогда кастерские вещи поразыгрываю, да? Так, бисовые тапочки с меткостью и скоростью. Кастеры, просыпаемся. Варлоки, шупешки. Бисовые тапочки на кастеров. А фаер-мага можно взять в том числе. Демонолога очень хорошая. Бис. В зависимости от капов. Вот день, точно. У нас Архон умер от первой метки, опять шамановской. И умер этот... Азерпал от четвертого. Ну, я на первую забаблился, а... Ну, типа... Да, я вижу, у тебя это вторая пара была. И вот мы тоже. Но Архон умер, потому что он у меня не в РНЖ был.
Он, видимо, отводил в этот момент адов, и как бы, ну, я не доставал. Так, поздравляем Царапкина. Даже Царапкин не фейлит. Охуеть. Даже не фейлит и даже одевается. Это что-то. Так, тканевые штанишки с меткостью и критом. Убийц на ДЦ, говорят, в том числе. А палы хилы к этому моменту умерли уже, что ли? Если они с частичками хилят танков. Вы за какой пол говорите? Вот сейчас в конце там, значит, ну, Архон умер за 5 секунд до килла. Ну, я поле пал умер самый первый. Соответственно, Марткаук тут же упал. Дальше уже кому досталось. Так, кольчужный ловкостной пояс с меткостью и АРП. Марюха, ты не обновил частицу? На последнем пуле? Да. Не, на последнем пуле, вот это когда убили, просто мана закончилась уже. Уже нечем было резать, фласки, КД. Так, идем дальше, танковский поясок. Мартак, не надо танковский пояс, посмотри. Нет. Так, тут еще. Не, мы на Лоне не ходим после. Ну, в спеке берите, пока по 2000, он обычно дорого уходит. А, давай я заберу заглушку. Давай я заберу. Давайте кто-нибудь забирайте, чтобы мы это не дизали, жалко. Давай я сделаю. Там 2500 озерпал поставил, окей? Да, да. Не вреди, не берут там, короче. Да, вот такие на холе пала запястья. Нужны кому-то? Бис один шея на кастеров, на всех, на хилов там. Смотрите сами. Короче, на большинство классов бис. Не, 6-7 так не работает. Поздравляю, я не лечу. Так, латный поясок, сила, два сокета, крит, мастерство, бесы. Мартак, посмотри, пояс надо, нет? У меня есть. Так, 4500. Поздравляем с крипта. Забирай. Так, разыгрывается глефа Архонта. Бисовая, двуручная, друфковая.
На котов тоже берут. Хорошо, есть вот такая на котов еще, может, нужна она на всяких этих хантиков еще. Котман, тебе не надо? Так, разыгрывается огнестрел. БРК-1000. Ну, коты, вики, конты это конкурируют. Арбалет уже есть просто. Так бы я побольше победился. Так, 6К, поздравляем, Рыжеборода. Боже, сегодня он, по-моему, за 20, что ли, ушел у хаки-то, я не помню. Ну, короче, очень дорого. Так, из вещей у меня осталось сумки вот это, и никто... Сейчас, ага, поставлю сейчас по ножам. Так, ставлю по ножу еще раз. Мы могли сразу за 2К забрать и не душить друг друга. Так, Ханрайн, поздравляем. Так, ребят, остались еще вот эти вещи. Тут есть интересные и не очень. Посмотрите на них. Вот, мы их отдадим здесь сейчас кому-то. Будем разыгрывать регалии. Есть по одной штучке разбойник, рыцарь смерти, макдруид, и одна штучка будет еще на паладинов. Остальных две. Вот это одна. Разбойник, ДК, макдруид, ребят, торгуем. Мартак, там твой токен торгует, тебе не надо? Ну, 13К уже нагнали. Мартак живой?